обратили внимание, сегодня все порции на столах двойные, потому что Хавор, конечно же, хозяин этого замечательного зала. Друзья, я прошу встречать громкими аплодисментами нашего Хавора и его семью. Андрей и Люси, семья Петросян, громкие аплодисменты. Андрей мне сказал, если дашь мне слово, то ты больше не будешь работать в моем зале, поэтому Андрей сегодня не будет говорить. Мы вас поздравляем, дорогой Хавор Хаворкин. Занимайте свои почетные места. Прошу, проходите. Судя по шквалу аплодисментов, когда входили родители невесты, я смею предположить, что в этой стороне сидят, да, родственники невесты, или ошибаюсь? Где родственники невесты? Похлопайте, да, дайте шоу. Отлично. А родственники жениха, где они все? Замечательно, замечательно. Сегодня, да, мы все собрались именно в эту честь, чтобы стать родственниками. Убедительная просьба всех детей подозвать к себе, потому что у нас скоро будет первый танец молодоженов. Просьба не ходить по залу во время танца и детей держать рядом с собой. Мы готовы встречать молодых. Давайте все встанем и стоя громкими аплодисментами встретим Эдуарда и Кристину. Наши молодожены! Аплодисменты! Похлопайте тех, кто считает, что этот бордовый галстук Эдуарду просто к лицу. Похлопайте, пожалуйста. Отлично. А кто считает, что у нас сегодня самая красивая, восхитительная невеста? Дайте, пожалуйста. Что ж, мне пока все нравится. Мы тоже уже готовы, дорогие молодожены, увидеть ваш первый супружеский танец. Доказательство их главных чувств. Прошу встречать молодых. Oh,
супружеский танец Эдуарда и Кристины. Еще громче, друзья, поддержим наших молодых.